технологии связаны с продлением жизни человека, соответственно, по причине его усовершенствования в плане физического здоровья, отсутствия раковых и всех, ну, мы умираем от, в основном от рака, инсульта, инфаркта, мотор, ну, и небольшой процент всех остальных, да, диабет, ну, это все. Ну, вряд ли я скажу, что мне хочется умирать, потому что мне не хочется, чтобы есть какая-то этическая сторона этого вопроса. Я отдаю себе отчет, что так это случится, я не успею дожить до момента, когда будет какая-то пилюля. Но развивать надо просто, чтобы попробовать и посмотреть, что это значит. Этическая сторона, ну, можно пофантазировать, можете себе представить, если люди без то есть вот люди же теперь живут вечно. И что мы видим? Мы видим, что через 150 лет абсолютно запрет на деторождение, ресурсы исчерпаемы. Это все равно ведет к чему? К смерти. Вечная жизнь ведет к смерти. Все это ерунда. Поэтому, не, может, какие-то планеты новые. Но это какая-то уже безумная фантастика. Хотя, знаете, мобильный телефон тоже был безумной фантастикой, но, образно говоря. Мы же пользуемся им. И вот камеры раньше выносили какую-то дуру, сейчас даже фотоаппарат. Я думаю, что надо. Вот технологии обязательно надо развивать. Это вообще приоритет. Технологии связаны с тем, чтобы выжить нам все-таки. Нам и нашим детям. Потому что жить очень интересно. Природа так устроила, все интересно, что надо жить.